Жители Молдовы тоже хотели бы надбавку в размере 2000 леев, которую получают пенсионеры и бюджетники из Аргеевского района, Тараклии и Гагаузской автономии. Люди ряда сел и городов, с которыми побеседовала наш корреспондент, говорят, что были бы рады такой поддержке. Денег от государства ни на что не хватает. Хорошие времена, обещанные Майей Санду, так и не наступили. Поэтому пенсионерам приходится подрабатывать или брать продукты в магазине в долг, рассказали наши собеседники. Что вы думаете по поводу того, что бюджетники из Тараклии, Аргеева и Гагаузии получают надбавку 2000 леев к зарплате? Пусть добавят всем. Вашей зарплаты хватает на еду, на жизнь? Совсем ни на что не хватает. Только на отопление уходит уйма денег. У нас народ умирает с голоду, совсем довели. Старикам не на что жить, молодежь уехала, потому что не видит перспектив. Нет нормального руководства. Это нормально, когда президент страны доводит людей до такого? Сами набивают карманы, а она отстаивает интересы американцев. До людей ей никакого дела нет, только американцы. Что говорит Байден, то и делает. А что просят люди, ей и дела нет. Тараклеш Гагаузия примес колонаркте доумие делеем плосла пенсия. Думаю, вы остраться до рейса примец. А кто не хочет иметь больше? Что бы сделали с этими деньгами? Как и все пожилые, то и сделал бы. Какая у вас сейчас пенсия? 2258. Вам хватает? Нет, не хватает. Хотели бы дополнительную помощь? Конечно. Какая у вас зарплата? 4800. Хватает этой суммы на достойную жизнь? Отнюдь. Хотели бы побольше? Да. Да. Тараклеш Гагаузия примеск адаугаторам плюс к те доуми делей ла пенсия лор. Мабукур пентру ей. Не вас сентец пенсионара? Да. Пенсионеры из Аргеева, Тараклии и Гагаузии получают к пенсии надбавку в 2000 леев. Рада за них. Вы пенсионерка? Да. Какая у вас пенсия? С высшим образованием, 42-летним стажем в сфере образования, 5000 леев. Хватает этой суммы на покупку необходимых продуктов в течение месяца? Не хватает. Придется поехать за границу, много работать, чтобы хватало на жизнь. Вы тоже хотели бы получать помощь в размере 2000 леев? Конечно. Это пошло бы на пользу не только мне, но и всем пенсионерам. Мне вас трава здорю на шторте до умиделей. Да, чини нуша дори. Малес, купрецур лекари, креска апидрожди. Вы хотели бы помощь в 2000 леев к пенсии? А кто не хотел бы? Тем более, что цены растут, как на дрожжах. Люди, у которых есть домашний огород, еще что-то выращивают и на этом экономят. А выживать от пенсии к пенсии очень трудно на сегодняшний день. Пусть хотя бы один депутат проживет на пенсию 5500 леев, хотя бы месяц. А его будут снимать в течение этого месяца. Мы посмотрим, на какие средства живет такой человек. Хотелось бы, чтобы повернулись лицом к народу, к пенсионерам, к людям, а не заботились только о себе. 2000 леев к пенсии. Это хорошо. Какая у вас пенсия? 1700 леев. И этого достаточно? Я бы тогда не пошел работать, остался бы пенсионером. Вы работаете? Да, как по-другому? Как давно на пенсии? 2 года. И вам повысили пенсию? Примерно на 20 леев. Вам нужна помощь? Кто в наше время не хочет? Конечно, мы хотим немного больше, ведь все дорого. Если бы все было дешево, мы бы согласились и на такую пенсию. Вам не хватает пенсии? Не хватает. Пенсионеры на севере страны также хотели бы получить дополнительные 2000 леев. Я бы хотела, чтобы это было так же, как и у гагаузов. Пусть сделают у нас на севере тоже так, хотя вряд ли такое будет при Майе Санду. Только если будет другой президент, и Илан Шор может такое сделать. В Молдове очень трудно живется. Я больная, и мне необходимо покупать лекарства. Очень тяжело. Конечно, хорошо, надбавка в 2000 леев. Майя Санду обещала увеличить пенсию, когда придет к власти, но пока ничего. Какая у вас пенсия? Мы получаем пенсию 2000 леев. Как считаете, это мало? Спросите Санду, нормально ли это. На что бы вы потратили деньги? Я бы потратил их на еду, мне больше не на что их тратить. Вашей пенсии хватает на достойную жизнь, чтобы купить рыбу, мясо?
Нет, я не ем мясо, мне не на что его купить. А что мы получаем? Ничего, у меня пенсия 2000 леев, и я хожу в магазин и занимаю, потому что этого мало. Нет, это издевательство, издевательство. Они стремятся в Европу и сделали все продукты дороже. Но как нам жить? Какая у нас пенсия? Нам приходится довольствоваться тем, что есть. Так что я буду ходить с 1000 леев? Мне нечего купить. Вот один кулек на 1000 леев. Средний размер пенсии по возрасту в Молдове составляет 3904 леев. Однако получают ее только те, у кого есть полный рабочий стаж. Чтобы людям было легче справляться с трудностями, в Гагаузии, Тараклии и Аргееве, где во главе местной администрации представители команды Илона Шора, с апреля этого года действует программа по предоставлению пособий для пенсионеров и работников бюджетной сферы в размере 2000 леев. Число получателей пособий продолжает расти. Помощь предоставляется регулярно. Проект должен был стартовать еще в октябре прошлого года, но из-за того, что центральные власти Кишинева заблокировали счет, на котором уже находились средства, начать выплаты удалось только в этом году.